это все готова машинка. Американец, интересно, да? Он температуру показывает, когда холодно. Все-таки года берут свое. Нормально, да? Еще на что хотелось бы обратить ваше внимание, прелесоводы, чистите вот это вот дренаж, где это вот водоотоки, здесь вот вода уходит. Это касается и 20-х прелесов, было вначале показать, сколько здесь было грязи. У 20-х прелесов как раз здесь тоже дренаж, он как бы когда забивается, он и на бустер течет, и в колодцы бывает попадает, каким образом, не знаю, то есть. Выхлопал сейчас, он время нет, отмывать, не сырая, не сильно отскабливается через вот эти пластик со стекла, вода вот с этой вот пылью текет и забивается дренаж, там где там такое болото стоит, и запах такой не очень, болты отгнивают и трапеция. Поэтому поглядывайте, время это займет немного. Это лучше, чем контакты чистить на батареях. Хотя с вами не поспоришь, вы уже умные, YouTube смотрите. Вообще, конечно, узнавать о гибридах надо от первоисточников, а не от самопровозглашенных блогеров-ремонтников. Все. Здесь часто, вот очень часто звонят, спрашивают, хочу купить гибрида, на что обратить внимание? Отвечаем, на давление в шинах. Тишина. Я говорю, неожиданно, да? Да, неожиданно. Ну, гибрид, еще раз повторяюсь, это две силовые установки. Они работают в тандеме. Если двигатель не калькулирует свою мощность, это есть в параметрах. Батарея будет, соответственно, больше разряжаться, больше будет толкать, больше нагружена. Очень здесь все гармонично, очень много параметров. И повторюсь вам, ни один или ни одна, как их назвать, лаборатория высоковольтных батарей не отремонтирует вам так, как отремонтирует гибрид-сервис. То есть гибридчики, они понимают там по разнице температуры батареи между крайними датчиками, средними датчиками, калькуляцию мощности, топливную коррекцию, вплоть до выката машин. И об этом знали четко владельцы вот этих 10-х, 11-х приусов. То есть, я как сейчас помню, была машинка, сейчас не видно у нее. Здесь вот у нее, короче, есть черепаха. Черепаха – это ограничение мощности. Была у меня машина как-то лет 10 назад. Вот. Газ даешь, батарея вываливается, ошибок нету, не едет. А причина была в фильтре клапана VVTi. Клапан забитый, мощный, двигатель свою мощность не развивает, батарея толкает, вываливается. Цикл саморазряда больше, ой, разряда заряда. Согласитесь, ну, логично же вполне. Поэтому если что-то в машине не работает неадекватно, того же тот же фильтр воздушный забит, воздуха и не хватает, банально вам говорю, тоже давление в шинах, расход топлива увеличивается, машины тяжелее. Но ведь логичные вещи, куда вы лезете контакты чистить, в голове свой порядок наведите. И, конечно же, пользуйтесь там профильными форумами, особенно старые сообщения там, Сергея Николаевича. Довольно-таки интересный сайт, форум. Модератор там очень умный, с большим многолетним опытом, кучер Владимир Петрович. Формулируйте правильно вопросы, будете получать правильные ответы, интересные. По мере своей занятости все равно старается отвечать. Ссылку я на сайт Сергея Николаевича Гордеева оставлю в описании.
Там совсем другая атмосфера. Абсолютно другая, чем вот московского Максима Максимыча. Послушаешь его и подумаешь, а для чего ты произнес столь сладостные речи? А там подпись снизу, подбор машин. Да кого ты там можешь подобрать? А когда начинает диагностики вас обучать, это вообще цирк. Я понимаю, конечно, комедию смотреть интереснее, чем читать, вникать. Но поверьте, рукастых людей очень много. Очень много. Они не торчат в ютубах. Не все, конечно. Вижу это по обратной связи. Люди задают, кому-то это помогает, мне приятно. На хейтеров мне вообще на вас насрать и булками размазать. Так что ремонтируйте свои машинки сами. Ну все, теперь с тормозами, как лохи, будем ездить в сельпо за пивом. Спасибо за внимание.